В самом первом лагере, Терезинштадт, не было газовых камер, чтобы не пугать иностранных гостей. Заключенных отправляли на смерть другие лагеря. Для этого каждое утро за ними приезжал эшелон. И вот в один из дней Франклу объявили, что подошла и его очередь умереть. У него осталась всего одна ночь, и завтра его уже не станет. Для некоторых заключенных ожидание этого эшелона смерти было настолько невыносимым, что они бросались на огораживающую лагерь проволоку под током. Вспоминая этот пиковый момент своей биографии, Франкл говорил, что в эти минуты он неожиданно обрел понимание, что, пожалуй, сделал в своей жизни все, что мог. Но также понимал, что ничего и никогда не предопределено. И абсолютно всегда есть место случаю или чуду. Нельзя терять надежды. Эшелон не пришел. Это был единственный случай за всю историю лагеря. Почему? Что тогда случилось? Причины никогда не стали известны Франклу. Просто не пришел, и все –